В Батагае Верхоянского района состоялся форум молодежи Янской группы улусов. В течение 3 дней самые яркие представители 3 районов соревновались в спорте в региональной игре «Министр». Альбина Павлова подробнее. В течение 3 дней поселок Батагай стал центром притяжения молодежи 3 янских улусов. Арктический форум молодежи «Молодежь Яны. Потенциал Арктики» собрал более 300 самой активной части молодежи Эвено-Батантайского, Усянского и Верхоянского районов. Вдвойне мне приятно приветствовать вас, молодых, энергичных, талантливых, на этом форуме. Видеть ваши, по сравнению с теми годами, когда тут жил Алексей Алексеевич Кулаковский, ваши одухотворенные, просвещенные лица. Всего на 5 открытых площадках обсуждались проблемы и перспективы социально-экономического развития Янской группы улусов. Также они остались в стороне и вопросы культурно-духовного развития, консолидации в развитии сельского хозяйства и о роли молодежи в жизнеобеспечении Арктики. Еще раз поздравляю с успешным окончанием первого такого в таком формате форума молодежи Яны. Благодарю всех участников и организаторов от имени нашего министерства. Ну, молодежь, конечно же, это наш стратегический ресурс. Спортивные соревнования по 6 видам спорта на Кубок Яны стали главной проверкой молодежи перед играми Манчары. Без сомнений, новое дыхание участники форума получили и от конкурса молодых семей «Крепкая семья», «Счастливое детство» и деловой игры «Министр». Хотелось бы отметить то, что этот форум прошел на высоком уровне, как такое мероприятие, как, скажем, давно не проводилось. Янской группы улусов, деловая игра «Министр», Кубок Яны. Да? Хочу выразить огромную благодарность организатору мероприятия Верхоянскому району и участникам Усянской и Батантайской. Завершился форум Яны большим объединенным концертом «Поет и танцует молодежь Яны». А Кубок Яны заслуженно достался делегации Усянского улуса, где через 2 года состоится 2-й молодежный форум. Молодежь Верхояния, Эвено-Бутантая и Усянских улусов встретились на этой благодатной земле Верхояния, и они выразили свои, так сказать, общие видения, свои перспективные планы наметили. Альбина Павлова, НВК Саха, Батагай.